учили ли вы английский? И учили ли вы его вообще? В школе. В школе. Отлично. Знаете ли вы или слышали когда-нибудь что-нибудь о Cullen методе? Никогда не слышала. Начну с того, что Cullen метод – это абсолютно полная противоположность любому методу, с которым вы когда-либо, где-либо могли столкнуться. Будь то школа, университет, там, колледж, техникум и так далее и тому подобное. Мы сразу разговариваем. То есть этот метод направлен на разговорную практику. В нашей школе мы создаем искусственную среду английского языка. То есть мы стимулируем нашего ученика к разговору. Каким образом можно заставить человека заговорить на английском? То есть начав с ним говорить на английском. Как я могу вас просто спросить, если вы не знаете ни одного слова на английском, как я могу вас о чем-то спросить, что вы мне можете ответить? Да? То есть я должна вас простимулировать к этому ответу. То есть создать диалог. Вот так, в такой структуре и проходят наши занятия. То есть в форме диалога. Преподаватель весь урок задает вопросы студенту, и студент весь урок отвечает преподавателю. Причем все это происходит на английском языке. Скорость наших уроков очень высокая, поэтому за одно занятие мы успеваем пройти огромное количество материала, и говорим мы приблизительно так же, как сейчас вот я с вами говорю на русском языке. Наша школа, Omega School, дает письменную гарантию в том, что вы научитесь и достигнете определенного уровня, Cambridge Preliminary, за определенное количество занятий. Сразу, конечно, возникает вопрос, что такое Cambridge Preliminary. Это тот уровень, с которым вы сможете, приехав в среду, где люди разговаривают на английском языке, свободно себя чувствовать. Вы сможете разговаривать, вы сможете понимать, вы сможете читать и даже писать на английском языке и чувствовать себя комфортно. Так как же вы выучили русский? Каким образом вы постигли этот великий и могучий русский язык? Очень просто. Вначале вы ничего не понимали, ничего не могли сказать. Вы просто слушали свою маму, которая вам бесконечно говорила много ласковых слов своему любимому ребенку на русском языке. Вы ее слушали, научились улыбаться в ответ, ваш речевой аппарат развивался, и в конечном итоге вы начали повторять за ней эти слова. Точно так же мы с вами здесь, на наших уроках, учимся говорить на английском языке. Вначале вопрос, который задает вам преподаватель, вот здесь, если вы не знаете ни одного слова, для вас совершенно непонятен. Поэтому преподаватель, как когда-то ваша мама, да, помогает вам ответить на этот вопрос и отвечает вместе с вами. It's a pen, говорит преподаватель, и вы повторяете за ним это предложение. It's a pen, повторяет ученик. Дальше все происходит по нарастающей. То есть мы с вами изучаем новые слова, ученик повторяет за преподавателем новые слова, дает все больше развернутые ответы. И каждый раз с каждым новым занятием получается это все проще, проще, проще и проще. Ваше сознание переключается в английский режим, и вы начинаете думать по-английски, потому что на наших уроках переводов на русский язык не существует. Мы с вами говорим на английском с самого начала. Cullen метод – это технология, это программа для усваивания, для свободного совершенного усваивания английского языка.